Ulica! Mi smo pratili, tu tam... A plikam kājā mēs tagad te skrējām. Mums pretī bija skola. Jā, reku i māja. Tā te varētu būt. Un, ko lūdzu? Jā, bet tas savādāks ir. Te varētu. Jo. Здравствуйте. Мы здесь жили в 56-м году. Что? Или еще этот дом есть или нет больше? 56-й год? Да. Нет, в 57-м, кажется, наводнение у нас было, да? В 56-м. В 56-м. Китайцы приезжали, да. Дом, я помню, маленькая была. Да. Был дом вот этот, но мы его построили. А вы можете, извините, пожалуйста, вы можете выйти или к нам сюда? Нет, я не буду в таком виде вам давать эти, как говорится... Что вам нормально все это? Нет. Этот дом мы построили лет 10 назад. Как пошел? А собаку можете убрать, потому что видеозапись идет. Не надо. Вас будут по телевизору показывать. Нет, я не буду. И знаете, я помню, что здесь была школа против. Двухэтажная, из кирпичей. И было наводнение, и тогда школы нас... никогда не было. Самая близкая школа здесь была 9-25. Никогда школы здесь. Папрас, в этом мае на реконструкт, весь пан нонес. Вот это чувак, нонес. А вы с девушкой-то зивают? Да. Из нормального роддома отвезли. А вы можете... Вот этот, мы его... Здравствуйте. Во сколько здесь народу много? 32 человека. Это делегация из Латвии. Она называется «Дети Сибири». Просто, видимо, сносили дома, и нумерация сместилась. Нумерация поменялась. Может быть, она и поменялась. Да, но так как вы показываете мне этот дом, я его помню. Это было. И вот бригада. Из нашей стройбригады. Моя мама Зимпмана и остальные. Я. Не, он хотел одно... Как ты? Было 13-е. Она не дошла до нам. 13-е? Да, ну, большое. Было наводнение, да. Было. Ну, у меня даже фотографий здесь нету. До вас дошла, да? Она не зашла. А. Она получилась дамбой. Они остановили Зею. А Бурхановка вот за линией, да. Она как бы... Дошла вот до линии, и сюда тоже не дошла, а у нас пошли подземные воды. И у нас вот так воды было. Мы ходили по двору, вот по двору. У меня все плавало, и лодка даже вот здесь все это по двору ходили мы. Было 13-й год, поэтому мы сейчас боимся, нас пугают, что будет наводнение в этом году. Сейчас заморская Зея, сухая, вчера Зеи были, я Зейский, я думаю, что Зея воды не даст, там запас большой. У нас июнь весь был сухой, а сейчас дожди, и вот начали размывать реки, подниматься, и мы запереживали. Это жалко, конечно. Ладно, ага. Спасибо. Ну, давайте. Всего. Здоровья вам. Вам поехали. До свидания. По коням! Командир сказал по коням. Тонул. Par smieklīgu man kādreiz bija tāda žigulīte. Un 56. Gada plūdos, tad tas ir rudenī. Rudens pust, ne, vasara. Tad pa šito ieliņu ir peldējuši malkas pagals, te ir sērbījusi, un
Un vecais tēvs ar vēl citiem honkām ar ķeksīti pludina pa vārtiņiem iekšā, jo baigi foršā malka sanāk. Un... Oj! Jā! Akas visas bijušas pilnas ar ūdeni, vienā līmenī ar āru toaletēm. Tā kā problēmas ir bijušas eko. Nu labi. Nē, kaimiņa māja jānofotografē un kāļonkols pazīs. Tā kā simt prunk. Opinki. Bet tagad neredz to māju. A, bet aizmugurē nav nekāda koka. У нас Боб более, чем здесь. Не, Бетрец, кур. Ела. Сибирский. Ну, нау та, томер, та мая. Он ка пелнияс, лай тикт маяс. Ка, тур подостан. Ну, шитай кундзей, курю, пага, мая бацаки, шитай, так шарий шейт бива, не? Orkutā, kad tēvu atbrīvoja, tad viņš aizbrauc pie mammas, atbrauc šeit, jā. Un tad pēc 9 mēnešiem es braucu. Braucu mājās? Jā, Transsibīrijas maģistrāli. Jā. Jā, man ir dzimteni Transsibīrijas maģistrāls, kāda vilciena 10. Vagons. Varš, jā. Tāpēc man ļoti patīk ceļot, kā riteņa zem manis tā guļu. Jā. Книгу рекордов Гиннеса, потому что в 1900 году на одну русскую женщину приходилось в среднем, как вы думаете, сколько? 8 рождений, да. Ну, если в царской семье было 6 детей, да? Droši vien, nu, ja iedomājies, ka tur ir droši vien šitik pat augsta sēkļi, ja? Jā. Un jau pat tik daudz skrišas ūdenis. Nu, jā. Tad tur ir arī tālāk krastā kaut kur mērīgs. Nu, kaut kur slīpums mērīgāks arī. Atklīrāšums. Jā, un kā te interesanti ar zivīm. Es tad zinu, ka mums vēl ciemā brauca pēc tam 60. Gados tēvu brāls un šitos amūras lašus sarkanos atveda sālītos. Bloga Vešenskam, 2018. Gada jūlijs. 1949. Gada deportācija ievainoja Salauza 43 tūkstošu cilvēku likteņus. Tā skaitā 7 tūkstošiem bērnu. Tagad Sibīrijas bērni atgriežas savas bērnības vietās. Sibīrijas bērni atgriežas, lai atcerētos, censtos saprast, neaizmirstu, pateiktos. Там перед речкой надо было переезжать через Гулик, через Лункин речку. Ну, я знаю. Вот я там бабку похоронил в 55-м году. Когда в 55-м бабушку хоронил. Она... Тут было вокруг пастбище, поля. Скот пас по 200-300 голов. Тут на коне верхом. Немного здесь меньше кальция. Эти островки не были так большие. Доносы. Во время раньше наводнения это все было под водой, когда не было здесь. Вот это отсюда вода доходила. Когда-то здесь была улица. Да, ее в 28-м году смыло. Да. Это, на этой улице налево, да? Вот эта коровушка где идет. Это, наверное, моя улица. Так, если это моя улица, то вот шесть силы, где бы того с мамой с мамой, еще это фирма, ее мать, вот ее мать. Где-то здесь дом был, вот тебе, очень мая. Возможно, и здесь, вот, считай, ветер, я,
Дубец. Ну, школе, это называется Пога... школьная улица. Остановите, пожалуйста. Здесь, да? Вы слышали в этом Пурвинче жили? Пурвинче на следующей улице. На Сельповской, да? Сельповская, она сейчас зовется Лесная. Лесная, вот на Лесную мы Пурвинич, стоим. Да, Пурвинче, он в Латыш был, да, да. Бухгалтером и, работал. Он женился на русской, и потом... Кто-то остался от Пурвиней? Нет, здесь их нету никого. У них было два сына, да. Они не знаю, где они живут. Да. Так, школа еще действует? Нет? Нет. Так, сельсовет, начальная, это... начальная там, школа есть, но где-то. Уже почта, здесь, там, почта да. По этой улице да, же да. Там вот за, ага. За этой улицей следующая. А почта, спасибо. Ой, школа новая там. Так, чуть... Подгорные фамилии. Подгорных не знаю. Ага. Горбачев, Горбачев. Тупиков жили, потом жил я, потом жили, строили новый дом Подгорный. Может, еще новый? Это не Подгорный, там Редькин жил новый дом. Да, вот, новый да. Дом построил совхоз. Вот да, так же, да, 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 там да. Жил Редькин. Ага. Я когда-то так же коров пас здесь и гнал по этой улице коров. Здравствуйте. Это яблочко? Да. Вы давно здесь живете? Этот дом недавно построили, да? А тут, ну когда вы построили? Господи, он 38-го года. 38-го года, так. Где подгорные, под, не жили здесь подгорные клиники? Тупиковы? Я вообще-то не местный, надо у местных. Ну это яблочко, я помню. Но этот дом как будто обшитый он, нет? Да он обшитый. Обшитый, да. Он обшитый. И это яблочко, это мое яблочко, я здесь жил. Больше нет таких яблочек? Что у вас, больших? Нет. Нету. Значит, я здесь, в этом месте жил. Когда-то был детский сад, я точно знаю. Здесь детский, я не мог быть здесь. Был это детский школа. Сад. Школа там была, школа да? Там, она да. Там и есть. Там есть, да? Почта. А, скорее. Nu, tur pareizi, pareizi bija atrast savu māju, tur pareizi viņa arī bija vienkārši apšūta. Es pēc tās ābelītes, meža ābelīte tāda augļiem parasti. Rudenī augļi. Man tagad, es tagad interesējos, lai kaut kas palicis no tās mājas, kur mēs reģistrējamies. Es esmu savieta, man liekas, ka tā, kur mēs reģistrējamies, kad mums... Vi katru mēnesi jānāk jāatzīmējas. Школа здесь была, да? Здесь был клуб. А школа там раньше, да? Школа вот здесь, где-то поля была. А, здесь, да. Где-то поля. Да, дальше сейчас стоит там. Ну, если тала, а куска псет. Так, да? Вот ты, ну, считай, спустя все главную серию. Что такое? Ну, успех, конечно, вот тула. Вот, ну, считай, спустя все главную серию. Nu, labdien, vectēv! Sveicienas no dzimtenes tev! Guli, būsi saldi! Да, вот здорово. Вот, вот, вот в этом старые, самые старые захоронения, там, наверное, моя бабка. А вот, ну, я не знаю. Наверное, на ней же что-нибудь поставили. Может быть. Да, да, ну, это не важно.
Pa 60 gadiem tādi kapi izaug. Šeit kaut kur jābūt manai vecamamai. Kur te varētu būt, Dievs? Mēs iesam vēl tur malā. Es domāju, ka tepat kaut kur. Tur nekas vecāks nav tai pusē. Bašti kungs nedzird nevien. Mēs tagad paņem izdarīšu. Simboliski. Es neiešu. Paldies tev, Vecmam. Sveiciens no Latvijas. No tavas dzimtenes. Dusi saldi. Mēs aizbraucam atkal prom uz Latviju. Simboliski, es jau nevaru atrast neko. Ceļš no Zējas ved atpakaļ uz Blagoveščensku. Un tad brauksim tālāk. Uz Vladivostoku. Jāpieveic 1500 km. Un tad vēl tālāk uz Kamčatku. Vladivostoka. Vladivostoks ostā strādāja ļoti daudzi 1941. Gada izsūtītie, arī bērni. Ir 2018. Gada jūlijs. Kaut kur pasaulē dzims bērni, kaut kur joprojām nežēlīgi karo. Vladivostoka šobrīd mierīgi elpo. Mierīgi. Elpo savā patreizējā mirkļa izjūtā. Ты страдавший погребен,
и воскрешено в третий день по Писанию, и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки дядушек со славою судить и живыми и мертвыми, уже царствию не будет конца. И Духа Святого Господа животворящего, и жадоца и сонящего, и же в соце весним споклоняемо и славимо младшего Коронави. О, единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение, воздобление веков, шаю воскресенье, амен. И жизнь и будущая до века. Kāpjam augšup, Kamčatkas vulkāna kalnos. Katram blakus savs gids. Kāpjam kopā. Solis un elpa. Solis un elpa. Mums jātiek augšup. Lai atrautos no atmiņu smaguma. Lai paceltos pāri ikdienai. Iespējams, satikt sevi un būt tuvāk arī tam spēkam, ar kuru vārdu sākas mūsu himna. ...2018. Gada jūlijas, tālajā austrumu, Sibīrijas bērnu atmiņas, aizmirsto kapu vietu svētīšana, baznīca, kalni, okeāns. Mēs esam te, te, lai izdzīvotu pasaules un liktenes vējos. Ir 2018. Gada jūlijs. Mēs esam